почему у нас гирлянда не работает? Действительно, почему не работает? А что с гирляндой? Ну-ка, давай включим. Лампочки в гирляндах соединяются параллельно или последовательно. В нашем случае они соединены одна за другой. Когда гирлянду включают, электрический ток течет через лампочки, и они светятся. Но если перегорит хотя бы одна из них, цепочка разорвется, и ток течь перестанет. Погаснут все лампочки, а не только сгоревшая. Чтобы починить гирлянду, нужно найти и заменить сгоревшую лампочку. Тогда давай попросим у вожатых новую лампочку.